Надолго вы тут не задержитесь? В таком виде? Опять этот мусор. Нам сказали собирать вещи и уходить. Все, нас уже не пускают. Мы стоим возле двери. Может, сюда телефон? Телефон сюда. Давай телефон. Что у вас за отношения? Парень спит, а ты развлекаешь другого парня. What's up, вампиры? С вами Скамелеон. И сегодня у нас будет новый такой пранк над мамой Лизы. Да, потому что многие просили, и мне пришла в голову гениальная штука, потому что все слышали, все видели ролик касательно правил в этом доме, и я такой, что будет, если я их нарушу и буду вести себя как ленивец? Выпрутли меня из дома! Поэтому перед началом ролика поставь большой палец вверх, подпишись на канал, с тебя 10 тысяч лайков, и я сразу же иду снимать новый пранк. Еще я хочу сказать, что это чересчур был жесткий пранк, за который мне реально стыдно, за который я извиняюсь. Поэтому ты, маленький дразнилка, пиши свою идею в комментариях. И в следующем ролике, если мне понравится твоя идея, я прикреплю ее вот так вот, как это топовый комментарий к видео, и ты попадешь в ролик. Чё, блин, предлагаю не медлить, и давайте начинать. Сегодня я решил быть реально как такая, знаете, свинотка, свинишка, свинятинка, вот, которая не забирает свою кровать, которая будет все разбрасывать, которая будет пофиг. Но при этом мне было так стыдно. Короче, еще в моментике. Меня подставила Лиза, потом я подставил ее, и это тоже было весело. Все увидите в ролике. Я предлагаю немедленно, что нам вообще это растягивать? Давайте начинать. What's up, вампиры? Блинский, блин. Короче, я думаю, что можно начинать, и я предлагаю начать с того, что в последнее время мы наладили режим вот с этим вот амогусом. Как наладили? Не прям сильно наладил. Наладили. Она нет. Зачем ты мои ноздри снимаешь? А потому что хотел. Короче, наблюдайте, у нас сейчас застеленная кроватка. А знаете, что я сейчас делаю? Леончик сейчас делает плохие... Ребят, пишем в комментариях, если он снова побрейся. Леон, побрейся. Я задолбался бриться. Кстати, знаешь, что я думаю? Че? Мне кажется, Игорь, есть два варианта событий. Первый. Ты никогда в жизни не выбесишь маму, потому что ты гость. Ну, ой, что это ты гость? День добрый. Она, возможно, к тебе относится, знаешь, ну, типа, не прям так, что на тебя можно наорать. Она к тебе хорошо относится, в общем. Знаешь, но, почему? Но потому есть... что я не мучу херню, как ты. Нет, потому что меня ты 16... агрессирую, когда что не надо. Ты живешь с мамой всего лишь неделю, а не 16 лет. Вот, или если все. У меня тоже есть мама. Если все-таки ты ее выбесишь, у тебя жопа. Сейчас мы берем нашу застеленную кроваточку и делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И как бы уже все. Бардак. Лиз, ты бардак или кто? Я бардак. Хочешь, я косметику оставлю? Не прибыла. Оставь. Супер. И в принципе нам сейчас остается просто ждать. Нет, и... подожди, раскидай игрушки по комнате. Может, лучше вещей каких-то? Нет. Давай вещей раскидаю. И игрушки тоже. Сейчас мы будем раскидывать вещи. Вот раз. Такой вот. Красиво. А еще мы мусор не выкинули. Ну, это единственные правты, которые у нас сейчас есть. Ну, нам как бы не говорили. Я кину еще полотенце на пол. Вот такой вот у нас. Стиль барокко. Мне такое нравится. И нам сейчас остается просто ждать. И все, блин. Все, блин, такое получается. По-моему, даже очень свэк. Слышишь, а если она скажет? Да. Добрый раночек. Добрый вечер уже, пані господи. Добрый вечер, говорить українською. А чого в тебе постіль не заслана? Та у нас сьогодні такий релакс. Релакс застеліть, будь ласка. Мам, ти я вирішила, що ти український? Так, щоб Леон мене не зовсім розумів. Пожалуйста, застеліть постіль, наведіть порядок і приведіть себе в порядок. Леон, Ліз, може договаривались? Так, хорошо, зараз. Так, давайте договоримося так. Леон, Ліза. Без обид, чтобы совсем. Uh-huh. Вот я к тебе отношусь так, как и к Лизе. Uh-huh. Совершенно одинаково. Вот как принимаю вас, как люблю вас, точно так же и uh-huh. все остальное. Конечно. То есть я не к Лизе обратилась? Мне было настолько стыдно за все вот. Это просто жопа. Я понимаю, что Оля в любой момент может сказать, я такой, Оля, это пран, домой. И все. И я такой, окей. Прощаюсь. Лиза, попроси Леона застелить постель. Uh-huh. А, пожалуйста, Леон встань и застели постель. Лиз,
Да, у вас полотенце на полу. Это не мое. Я не вижу, что он... Это ты брала полотенце. Как ты будешь вытираться потом? Его это в стирку Лиза? Кидать, а мне опять стирать 4 раза на день. Ребят. Давай я просто Леону покажу, как этот стирать. Покажи, пожалуйста. Стирать. Потому что это реально не дело, Леончик. И вынесите мусор. У вас тут скоро будет... Хорошо, мусор сегодня выйдет. Это было нечестно. Слушай, есть идейка. Ты чего меня топишь? Слушайте, ребят, а кроме постели, чем вы сегодня... Ну ты накрасилась, это безусловно, это красота. Спасибо. Я в ТикТоке поснимал. И все? Столько накрасилась за сегодня. Серьезно? Ребят, вы серьезно? Я еще уроки делала сегодня, кстати. Никаких друзей. Никаких друзей. Потому что вы мне не давали сегодня... Тем с кем дружить. Мы, не, подождите, мы разговаривали с вами о том, что вы нормально ложитесь спать и во всяком случае не мешаете. Mm-hmm. Я просыпалась в час, я просыпалась в половине третьего, Лиза. В 7 часов я просыпалась, или во сколько, или в 7:20. О, я спал, это вот вопрос к этому человеку. Человек? Серьезно? А ты что спал? А он спал, он даже не знал, что... Он на утро даже не имел понятия, что Даня я здесь был, что Даня не поехал в итоге на машине, и в итоге, что Даня здесь сидел, монтировал на своего... А что у вас за отношения? Парень спит, а ты развлекаешь другого парня? Я тоже не понял, у меня сегодня были вопросы. Что значит развлекаю? А что мне делать? Развлекаю, в смысле не танцую перед ним танцы, Лиза, а развлекаю, чтобы он не уснул, чтобы тебе было не скучно. Ну, ты... Я заснула. Просто заснул. А Даня? Монтировал видео. А кто его провожал? Я. Слушайте, это у вас, конечно, есть интересные отношения прям совсем. Леон, ты не застелил постел? Сейчас застелю. Вот вам кусочек из влога, который будет. Все, ты ухажерка двух парней. Или в следующий раз я тебя в 3 часа ночи разбужу. А если я пытаюсь быть нормальным другом, и ты этого не понимаешь. Это твои проблемы исключительно. Ай! А, получил. Получил, дурашка. Так, что мы сейчас делаем? Я, кстати, приняла одно решение, о котором ты не знаешь. Я не буду свою косметику раскидывать, я буду твои вещи раскидывать, чтобы вам натягнуло. Ты чё? Тебя мама просила кровать застелить? Получай. Я немножко не понимаю, что сейчас происходит, но у меня есть момент, что... Сейчас. Что ты делаешь? Ты что не прибрал, дурачок? Хочешь Friendly Fire? Нет. Сейчас будет тебе Friendly Fire. Ребят, я сейчас просто пойду покажу какое-то видео маме Лизы. Все, сейчас остаемся тут. Все, до побачення, до побачення. Ольчик, да. Я хотел убраться, а мне Лиза помешала. Она мои вещи раскидала. У меня есть видео, я могу показать. Покажи. Сейчас я покажу видео, ребят, сейчас отключусь. Лиза, а что за подстава? А что? А что такое? Лиза, что ты подставляешь Леона? Леон сказал мне кое-что очень неприятное, поэтому я решила ему насолить. Что он сказал тебе неприятное? Я не думаю, что Леон хочет, чтобы ты это слышал. Мне что? Очень это важно слышать, потому что у нас не феминистическое движение, но мы очень уважаем девушек в нашей семье. Что я сказал? Я бы сказал, ты сама мне сказала, развлекаловки свои устраиваешь. Я говорю то, что ты мне сказал. Что я тебе сказал? Я не хочу это говорить. Говори, что? Я же за тебя. Лизочка, я всегда буду за тебя. Ты же должна это знать. Тогда просто, пожалуйста, я сейчас приберу то, что я раскидала. Угу. Но я не хочу это говорить, мам. Это слишком личное. Просто если Леон еще раз так сделает, я тебе расскажу честно. Я надеюсь, такого не повторится больше. Я ничего не говорил. Подожди, у меня видео есть. Здрасте. Что видео есть? Здрасте. Когда ты выходил из комнаты, ты помнишь, что ты мне сказал? Ладно, давайте вы будете разбираться сами. Леон, но я тебе еще раз попрошу, пожалуйста, с уважением, нас конечно. Девочек всего 2 в семье. А мальчика у нас получается по старшинству папа, Леон,
Игорь, Саша и Крис. 5 мальчиков и 2 девочки. Конечно, хорошо. Все, я сейчас приду. Кушать. Да, сейчас приду. Леон! Сейчас я уберу. Ты бы сильно не заселил. Да сейчас я все сделаю. Кресла валяются. Это она. Чулис, не, ну ты что же бережно относись к вещам? Хорошо. Мам, можно 3 секунды? Я не придумала, что ты мне сказал. Ну шо, Friendly Fire? Сука. Или ты сейчас это все убираешь, или я скажу, что ты меня обозвал. Убирай давай. Иди в жопу, дай мне просто снять пранк, хорошо? Все, туда я ничего убирать не буду. Нет, убираем сейчас. Нет. Подожди, я ж вывести хочу. Тогда не убирай вообще. Тогда мы сейчас идем кушать. И давай сейчас, говорю, давай сейчас закатим истерику, потому что мы не хотим кушать. И мы такой не едим. Или что такое? Пошли. Все, помирились. Мы как это в бравлике деремся, а потом. Давай. Сейчас будем говорить, что мы не хотим кушать. Рис с овощами, гречка. Нет, что, все с овощами. Вы, ну, там горошек, спаржа, кукурузка, морковка, гречка. Да и что-то вкусненькое. Оливье. Оливье такое обычное. Там горох есть, непонятный, капуста какая-то. Есть крабовый салат. Там салат вот этот дурацкий есть. Там капуста пекает. Капуста пекает. Леон, пожалуйста. Ну блин, ну каждый день мальчиков гоняю. Ну ё-моё, ну серьёзно. Я потом просто себе приготовлю покушать. Есть, Лизочка, есть куриный стейк, есть это, котлета по-киевски, колбаса, сосиски, сыр, помидоры. Может, пицца? О, давай пиццу закажем. Чё, вы чё, вообще же охренели или что? Нет. Я вам готов... Ребят, ну реально, я полдня стою на кухне, собираю вам полный холодильник еды, ну, чтобы пить. Нет, Лиза, посмотри. Если на всех. Нет. Нет. Нет, Лиза. Никакой пиццы. Потому что вам надо следить за своим здоровьем. А здоровье начинается с вашего питания. Все. Я не хочу сейчас кушать. Гречка, рис. Я не хочу. Дядь, ты будешь кушать? Я тоже не хочу. Ой, не надо, господи. Пойдите. Что? Ты вообще... У меня начало ролика просто какой-то трэш и ядрен батон. Да. Индюшка, сырники есть, пирожки с капустой. Круассанчики вчера готовили с шоколадом. Круассанчики? Сырники, начните с сырников. Йогурты есть без подсластителей. Ну блин, ну реально, ребят, ну чего вы на сами крутите? Слушай, ну я бы сырники покушала. Давайте сырнички. Джемчик есть какой-то, малиновый есть. Я не хочу. Блин, я какой-то поганый казаняк. Чтобы вы понимали, к нам Лизина мама, ну, так часто еще нет. Это в жизни, когда нам реально нужен замок. Я тебе реально говорю. Я просто очень боюсь, чтобы мы не похерили отношения, потому что... Чудной суп. Приготовить тебе? Да не, ну там же куча еды. Я сейчас просто не хочу. Спасибо, я не хочу. Вы не ели сегодня? Мы сейчас что-то найдем. Здесь? Да мы в магазин что-то сходим, что-то на перекусить возьмем. Мирина. Я бы поел сейчас Мирина. Если вы принесете сюда Мирину, вы понимаете, что вы не только свое здоровье портите, вы еще и показываете мальчика. А мальчики не увидят. Нет, Леон, у нас нет такого, чтобы на нычку кто-то ел. Все, понял. Ты здесь недовольна, ногой машешь. Блин. Не-не-не, она ушла. Ребята. Слово Мирина для мамы, это как...
как красный флаг просто. Сейчас я это снимал, ты это снимал. Короче, я могу что сказать? Я могу сказать вам то, что мне очень стыдно, это раз. А во-вторых, многие спрашивали, что я общаюсь с родителями Лизы на «ты». Потому что как-то раз я сказал, а вы мне сказали, еще раз скажешь на «вы», я тебе голову снесу. Я такой, понял. Неправда. Ну, это будет чуть лояльнее, я рассказываю вкратце. Но мне тогда жаловались, помню. Вот, мне очень неловко, и сейчас как-то надо пойти и в... Лен, где мой телефон? И куда же я его закинула, заскакнула твою... Я нашла, спасибо. Ты, пожалуйста. Все, хоть дальше беси сам, пожалуйста. Я не... Нет! Мне потом прилетит. Нет. Прилетит чуть позже, чем мне. Ладно, мне давай просто... Давай я, смотри, для Вида буду, знаешь, что делать? Вот так вот сейчас, подожди. Ты только микрофон мой не клацни. Вот так вот, и вот так вот, как саранча лежит. Давай, отдыхай. Ты так все время лежишь. Саранча. У тебя такой фак маленький, что его даже не видно. Короче, сейчас надо пойти аккуратненько подкинуть носочки и оставить кружечку с чаем на столе. Короче, я держу в курсе, мне безумно стыдно. Часть день первый. Я боюсь, что до завтра я просто не доживу. Я на самом деле, если... Да! Лиз, тебя тоже зовут. Лиз, скажи, что я ленивая жопа. Лиза, ленивая жопа, я иду. Спасибо. Вынесите мусор. Вы будете, как вы хотите? Да. Вынеси, пожалуйста. Хорошо. Можно сейчас у порога поставить, будешь выходить? Да, добро. Спасибо. Да, не за что. У вас посуды нет? Не должно быть, мы вчера выносили. Я сейчас могу сделать одну херню и испорчу все отношения. Какую? Короче, меня только что твоя мама попросила... Короче, мама попросила выкинуть мусор. Угу. Угу. Видишь, мусор сюда принес. Сюда? А чего сюда? А чего мне его выносить? Ты что, ты хочешь меня выбесить или маму? Лео? Я сейчас, короче, я еще оденусь. Ты ж мне не убьешь, если я тут в обуви буду? Не знаю, что мама убьет. Мама убьет. Я сейчас одену курточку, обувь и буду тут сидеть с мусором. Втыкать. Поэтому мы сейчас собираемся с вами. Я мразюка такая, знаете? Так. Я реально как чмо голимо, ребята. Котя, поставь камеру так, чтобы было видно мусор. Ну, который ты чувствуешь. Меня опять штаматить вылез. Я сначала одену курточку. Сейчас мы пойдем оденем обувь. И, ребят, если что, тут в обуви ходить вообще нельзя. Тут тебе сразу прилетит. Сейчас мы оденем обувочку. Классный мусор. Если там что-то потечет, если там что-то выглядит. Я его сюда поставлю. Ничего не выводится. Я его сюда поставлю. Мама прибьет сейчас. Она тебя покусает. Я тебе честно говорю. И ставлю 0,5. Самый трэш, реально, я считаю, что это самый трэш, когда она попросила вынести его в мусор. И мне пришла гениальная идея. Лен, почему бы тебе не занести мусор в комнату? Звучит как хороший план. И тут начался трэш. Напишите в комментариях, как бы отреагировала ваша мама, если бы вас попросили вынести мусор, а вы занесли его в комнату и такие... Давай я маму позову. Вряд ли. Нет, что ее звать? А что она придет? Ну и с тем, сколько она приходила. Я на всякий тоже буду писать. Мне кажется, что... Позвони, Леон. Леон, ты что, здесь? Да я забыл что. Леон, ты в обуви? В мусор? Что, издеваетесь? Ну, что, не знаю, я правда. Я бы что хотел попозже вынести. Леон, он потёк. Пожалуйста, вынеси мусор.
Что вы за паршивцы-то такие, а? Ну куда ты в обуви? Леон, теперь ковролин надо мыть. Леон, блин, Лиза, ну что за фигня-то происходит, а? Я целый день играю в Браву. Лиза, какого фига ты целый день играешь в Браву? Вставай, дай сюда телефон. Телефон сюда, давай телефон. Блин, ну сколько можно? Ну серьезно. Леон, ну как так? Пожалуйста, не делайте так. Смотри, мусор потек на ковролин. Это надо химчистку заказывать. Это не 2000 гривен будет стоить, во-первых. Во-вторых, ты знаешь, сколько микробов на твоей обуви? Ты что ты разуваешься? Мусор вынеси. Пожалуйста. Ладно, все, хорошо. Да я вынесу. Я вынесу мусор. Я вынесу просто позже, можно? Смотри, я, если ты не можешь сейчас вынести, я мусор вынесу. У меня вообще не проблема. Попозже не надо. Ладно, я сейчас вынесу. Сейчас только я тогда заберу телефончик и там... Ребят, так нельзя, серьезно. Ну, вы же живете, ну как вот, вот ты раздеваешься, Лиза там сидит в трусах, красится. Вот ты походил там на улице, котик пописал, покакал, ты прошелся, Лиза голой жопой села, начинается потом. Мама к дерматологу. На следующий раз ты ее поведешь к дерматологу, серьезно. Все, я не... Ну, сейчас вынесу, все хорошо. А куда ты идешь? Да я забыл это. Так ты в куртке. Телефон забыл. А телефон тебе позвонит, мне эти мусор? А ну мне ж по пути. Котя-то шоколад. Бегом выноси мусор. Да я иду. Я сейчас хочу взять носочки и кинуть их в холле на диване. Поэтому сейчас мы берем носочки. Дай носки. Дай мне носочки. Это обзор на Лизины трусы. Кому интересно. Держи любые носки. Вываливай все это. Нет, это тут. Просто носочки. На две штуки. Все. На две штуки она не будет пакриться. Да здрасте. Да здрасте, ты один носок взял. А зачем мне 4 пары носков? Все, не надо. Мне надо 2 пары носков. Это одна пара. Одна пара носков. Тут никого нету. Я думаю, один кинуть сюда, а второй кинуть сюда. Такой, знаете, такой мальчик. Мальчик-мудила. Фу, я чувствую себя отвратительно. Я больше такое снимать не буду. Я буду снимать только что-то такое нелепое, веселое или интересное. Вот, ну, над Лизой такое буду снимать. Нет. Ее в этом плане не жалко. Нет. А, нет. Нет. Ну, я люблю ее, но буду снимать на ней всякую хренотень. Да? Да. А не на табу. Вот и договорились. Руки жмем. Без обид. Ох ты. Без обид. Ай. Простите. Все. Поэтому сейчас мне еще дадут в жопу за носки. И я очень боюсь, что потом это может привести к каким-то последствиям плохим. Но ты же со мной пойдешь в магазин? Мы сейчас в магазин пойдем. День добрый. Чё? День добрый. Мне же надо будет извиняться. А мне надо будет? Тебе тоже надо будет, ты плохая дочь. Ты сегодня вон что сделала тоже. Цирк устроила. Это за то, что ты меня позвал. Лах-лах-лах-лах. Я люблю, когда меня зовут. Да? Ну, побачили. Иди туда. Я не хочу. Сюда придет? Я сейчас скажу, что это твое. Не вздумай. Лео. Да. Это чья? Это Лизина. Мам! Я не верю. Это Леона носки. Я свои сегодня разобрала. Так это ты, наверное, их оставила там. В следующий раз они будут у вас под подушкой. У нас ванная ближе к вам, чем диван. Нет, Леон, пожалуйста. А, извиняюсь. Все. Ребят, я только поразгребала. Вот только ваши вещи поразносила оттуда. Ты опять в телефон! Ты твою жмите, а!
Да Лиза, она вообще с телефон не вылазит. А ты вообще прибери, а? Да я сейчас приберу. Смотри, у нас просто договор такой, кто последний стоит, тот и застилает кровать. Я сегодня а как можно застелить кровать, если ты там до сих пор лежишь и опять в верхней одежде? Во. Ну что, прибирай. Я на кровать. Так ты же хозяйка. Так я хозяйка, договорились у нас друг. Так у тебя кровать, это, ты же сказала, я сейчас кресло подниму. Леон сказал, что он приберет. Мужчина, давай, слово, закон, правильно? Давай телефончик. И, мам. Слушайте, котики, фигня какая-то происходит, вам не кажется? Сейчас долго вы тут не задержитесь, Леон в таком ритме сидел. Бляха, опять этот мусор. Так, у вас 10 минут. На то, чтобы вы навели порядок. Хорошо. Хорошо. Тебе помочь? А, или ты не будешь выбирать? Ребят. Надолго вы тут не задержитесь? В таком ритме сидел. Бляха, опять этот мусор. Нам сказали собирать вещи и уходить. Нам не говорили так. Это для начала. Это пранк. Короче, сейчас на самом деле Оля очень в плохом настроении, потому что у нас такого не, ну, типа, не было никогда, что вот она вот так вот заходит, но видно, что она в тильте. Ну, то есть она реально злая. Не злая, она... Злая. Она будто разочарована в нас очень сильно. Тебе прием. Не, по мне она уже давно. Разочарована. Короче, сейчас мы собираемся в магазинчик. Я вынесу весь мусор и купим ей что-то вкусненького или посмотрим, что будет в магазинчике. И я к вам под... Мирина. Короче, я сейчас отключаюсь, включусь уже в магазинчике. Короче, мы сейчас полностью наводим генералочку в комнате, что у нас было. Вот. После чего идем в магазин, покупаем маме какой-то подарочек. И мне какой-нибудь подарочек. Тебе я уже подарил подарочек. Нет, за сладенькое мне надо. Ну ладно. Покупаем еще ей что-то сладенького. Слушай, она меня сегодня начала топить и сказала, что я сказал на Лизу такое. Это просто жопа. Ты первый это начал все. Иди в задницу. Напишите в комментариях, кто прав. Вот, и пишите в комментариях реально свое мнение касательно этого всего, потому что мне очень неловко еще все равно делать пранки от мамы Лизы, потому что, знаете, я тут как гость, и мне будто в любой момент можно сказать, я такой, это пранк, пошел вон. И я такой... Да чё, это пошел вон. Я это очень боюсь. Поэтому мы сейчас убираемся, как только приберемся, покажу вам комнату и подключусь. Фух, благо на этом пике я не стал продолжать, потому что это был бы уже перебор, я это прекрасно понимал. И мы пошли с Лизой в магазинчик, купили маме Лизы маленький такой подарочек приятный. И так, сразу скажу, я хотел купить цветы, именно букет. Но мы увидели такие растения в горшочках, и мы не удержались, Лиза сказала, надо горшочек, вот, и мы взяли горшочек. Са, знаете, самое смешное? Я даже не успел сказать, что это пранк. И, ну, походу, когда она уже увидит этот ролик, она такая, о, ты! Вот, ну или скажет, ох уж эти пранкеры. Сейчас мы возьмем тележечку. Я не снял, мы выкинули весь мусор. Вот. Как видите, Лизу я не выкинул, потому что она не мусор. А еще я обещал посмотреть сериал, но Сэн сказал нет. Ну ладно, мы посмотрим сериал. Да. Сейчас мы купим всякие вкусняшки для сериала. А я еще тут вижу цветочки. Короче, я решил, что мы купим Олечке цветочки и подарим их ей. Чтобы она успокоилась. Она и так спокойна уже более-менее. Вот, но я ж не сказал ей, что это пранк. Она потом на ютубе увидит уже и такая, ах ты козел. Вот, поэтому такая вот история. Короче, был моментик подарить какой-то букетик цветов. Но Лиза предложила подарить... Пальму. Пальму. Она сказала, что маме она больше понравится, но за ней надо ухаживать. Ну, я думаю, маме реально она больше понравится, потому что все цветочки, заметь, которые у нас стоят, это похоже на этот цветок. Ну, по идее, да. Поэтому будем брать его. Ребятушки, у нас есть пальмочка, есть тортик.
Мы идем извиняться. Сейчас нам дверь просто не откроют, и все. Мне кажется, это даже интереснее, чем цветочки. Вообще очень классно, когда дарят цветочки, понял, типа в горшочках, чтобы они не вяли. А то так обидно, когда они вянут. Все, нас уже не пускают. Мы стоим возле двери. Может, открыто просто? А. Ну да. Мам! Мам! Старая сестра, другая сейчас разутся. И может быстренько, пока мама скорее всего в туалете, поставить на стол тортик. Теперь быстренько чаёте. Ту-ту-ту. Мы убрали в комнате, кстати, полностью все, чтобы у нас тут было красиво и чтобы Олечка на нас не бухтела. Вот. Мои умнички. Пойдем. Ставь чайник. Сколько будет идти медитация? Не знаю. Сейчас меня еще наругают в душе в курточке. Поэтому все. Мама, вы уходите, вы иногда говорите, куда вы идете и насколько. Пожалуйста. А можешь пойти сюда? Мы хотели бы извиниться, трошка. Боже мой, что это такое? Мы решили, что твоим друзьям, вот таким вот большим, высоким, нужен маленький дружочек. Это Стефан. Стефан? Круто. Пусть будет Стефан. Стефан. Блин. Ты спасибо, Лен. Все. Мы на самом деле хотели просто побаловаться сегодня. Побаловались? И тортик. Мы когда-то его пробовали, это очень вкусный тортик. Класс, мне так Стефан нравится. Реально нравится? Просто я Лена сказала, что вместо цветочков... Лучше взять вот такую штуку. Стефана. И вот так сдувало ветром. Да вы отходили. Да я... Да мы же мусор вынесли все-таки. Вынесли? Конечно, вынесли. Тогда я готовлю чаек и будем кушать тортик. Спасибо огромное. Так. Нет, не все. Что, не все? Вы согласны, что вы побаловались так? Не на шутку? Да. Да. Точно? Цвет точно. Так вместе сказали да, что у меня прям родилась гениальная идея. Вся конфетка. Мы вместе сказали да. Алло. Вся ночь сейчас будет жопа. Я подъехала, да, сам расскажешь, он не подошел. Давай, давай. Подожди, как? Музыкальная пауза. Я подъехал на мустанге, скажи, что он не подошел. Хорошо, спасибо тебе. Да, все понятно. Музыкальная пауза закончила. Давай, пока. Ой-ой. 24, да. 24 часа, да. Что, да? Ты веришь нам, да? Вы говорите, да. Да? Да. Да? Да. И я не буду сердиться. И как раз мы отрепетируем все правила. То есть тортик, извините, не подошел. Так мы же его вместе будем. И Стефан тебе тоже, да, не понравился? Стефан просто... Нет, нам надо закрепить просто. Хорошо, ну это честно. Согласна? Вот надо чтобы вы не боялись. Чтобы потом еще вот это... Ну жопа будет на меня. Нет, нет, я же не добрая. Смотри, как я люблю цветочки. Поэтому вот такой вот получился ролик. Я напоминаю, 10 000 лайков. Я выпускаю новый пранк. Точнее, иду снимать новый пранк. Свои идеи пиши в комментариях. Попадешь в ролик.
А так я вас всех, блин, очень сильно люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Сейчас будет, конечно же, песня. Пишите в комментариях, какую мне песню спеть в конце. Лиза, какую песню спеть? Такую хайповую. Черный Rolls-Royce забирает джекпот. Со мной бэби мама, на нее я потрачу все. Дальше текст опять не знаю. Вот, ну все, пока.